Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Я хочу поделиться сегодня с вами своим самым первым опытом заказа вещей на Купина Тао. Первый раз в жизни вообще заказывала что-то из китайских магазинов, интернет-магазинов. Достаточно хорошая увесистая посылочка мне пришла, вот такого вот она размера. Что заказала? Заказала себе 6 пиал, заказала себе отпариватель и заказала себе небольшие USB-пылесосы для чистки клавиатуры, для того, чтобы подарить их своим друзьям на Новый год. Поэтому давайте посмотрим, что же все-таки дошло. Пиалы – вещь хрупкая. Надеюсь, что все они дошли в сохранности, в целости. Давайте раскроем эту посылочку и посмотрим, что же там внутри. Так. Все посылки с Купина Тао я, насколько понимаю, смотрела в интернете. Они все приходят вот в таких вот мешочках. К сожалению, когда заказывала, не могу сказать, что это был какой-то супер отслеживающийся почтовый идентификатор. Нет, выдали почтовый идентификатор, но, к сожалению, посылка не отслеживалась до самого конца. Что могу сказать еще? Ну вот такая вот пломба здесь на нашей посылочке. В самом мешке тоже также расположена коробка. Да, запаковано достаточно плотно. Посылка мне это шла где-то в районе месяца, даже чуть-чуть меньше получается. Ну, где-то месяц без одного дня. Давайте ее так по-вандальски распакуем, потому что, к сожалению, она не открывается. Так, вот такая вот посылочка. Все упаковано. Вроде никаких таких вот прямо разрезов я не вижу, то есть вся упаковка целостная. Так. Итак, смотрим, что же все-таки пришло. Оп. И мы видим в упаковке еще несколько упаковок. Так, ну давайте начнем вот с этой самой большой. Это парогенератор. Сейчас пока отложу немножко в сторону нашу посылку. Парогенератор, видно, что его вскрывали, ну, видимо, на таможне. Вот такой вот ручной парогенератор пришел, отпариватель. Розовенький, все как и хотела. На 200 миллилитров для одежды. Все, в принципе, достаточно хорошо упаковано. Есть такая вот целостная упаковочка. И также сюда еще входит такой набор щеток. И еще вот какая-то такая деталь. И, я так понимаю, еще дополнительная насадка сюда, на парогенератор. Вот такой парогенератор пришел. В принципе, к целостности у меня претензий нет. Поэтому посмотрим следующую посылку. Что же пришло еще? Так, а еще здесь должны быть как раз-таки мои пиалы. Пиалы не вскрыта упаковка. Видимо, их мои пиалы не сильно интересовали. Им больше была интересна на таможне электроника. Итак, смотрим. Да, смотрите. Сейчас покажу поближе. Все пиалочки мне дошли. Насколько я вижу, что все они целенькие. Вот такие красивые пиалы чайные. Здесь значок, то, что они из Китая как раз, что они произведены.
И я могу сказать, что очень все достаточно качественно, поэтому, так как претензий у меня конкретно ни к пиалам, ни к именно генератору нет, к целостности, я могу вам скинуть ссылочки в описании. Если заинтересует, можете ими пользоваться. Ну, пиалы у меня все одинакового цвета. Так, ну и последнее. USB-пылесосы. Я их заказала себе 3. Вот с USB-пылесосами на самом деле небольшая накладка получилась, как я вижу. Я заказывала все USB-пылесосы других цветов. Они должны были быть зеленые. И дарить я их собиралась мальчикам. Вот. А они мне пришли розовенькие. Вот. Поэтому вот такая небольшая накладочка, конечно, не очень приятно. Такие они даже, ну, розово-фиолетовые, но ближе к розовому. Поэтому мальчикам как-то, видимо, не очень. Но, в принципе, я не сильно вложилась в эти USB-пылесосики, поэтому, ну, подарю их тогда девочкам, что уж поделать. Спасибо большое, что посмотрели со мной это видео, эту распаковку. Обязательно, если покупаете что-то на Купина Тао, помимо выбора цвета, лучше указывайте все-таки цвет в комментариях, иначе вы облажаетесь так же, как и я. Вот. Но на самом деле для первого раза, в принципе, неплохо. Очень рада, что пиалы не разбились, что они цельные, и то, что я их могу все-таки подарить как презент тому, кому планировала. Хорошего вам дня, подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Пока-пока!